Добрый день. А что это вы тут делаете? Мы гуся добываем. Какого? Разрешенного к отстрелу. Да? Да. Удачно? Да, вот есть чуть-чуть. Ага, вижу. Вижу. Браконьерите, значит, да? Да, даже есть, сейчас скажу, кто есть, даже есть. Западный подвид. Да. Гуменник. Да, вот гуменник. Гуменник. Куда-то делся у нас гуменник. Затерялся. Вот он, гуменник. Западный подвид. Спасибо Юрию Ивановичу за радбон и науку. Муха. Вот такая вот у нас рука здесь растет. Да? Да. Снаряды принес. Хорошо. Продолжим охоту. Да, продолжим. Западный подвид. Вот такая у нас яма. Можно посрать в нее, если захотите, после охоты. Это так по сценарию было запланировано. Это я не от себя сейчас сказал. Вот, Юрий. Бороду уже отпустил, да, в полях. Отпустишь бороду. За 2 недели охоты. Да. Говорит, хорошо на вас посмотреть, на немцев. Да, хорошо-то не очень-то. Как погодка? Погодка отличная. Ветерок. Какой вот ветер. Ух, надеюсь, слышно в камеру ветер. Вот так стану, будет тише, наверное. У меня сумку срывает с плеча. Ставить вот так вонок, он крякает, да? Да. У меня сегодня утром белолобик гоготал. Сам на подвесе. Ну ладно. Ладно, все, всем привет. По матрешкам. Саратов рулит. Рулит. Редбон. Выручай. Выручай.